Всем привет, меня зовут Сергей Бубович, и вы находитесь на канале Mental TV. Я решил начать рассматривать дела, связанные с убийцами, маньяками и преступниками разного характера, и рассматривать их поведение с точки зрения профайлинга. Стоит вообще сказать, что сам профайлинг берет свое начало как раз из сферы криминалистики, поэтому я буду применять эти знания по назначению и попробую составить объективную картину происходящего из тех материалов, которые у нас имеются. Недавно в Москве мне пришлось побывать на премьере новой передачи от канала ТВ3 «Реальная история», где рассматриваются разные популярные запутанные дела. Первая передача посвящена делу Виктора Коэна, и в рамках дискуссии я поделился своими наблюдениями по поводу этой ситуации. Сегодня я хочу поделиться этими наблюдениями с вами и высказать свою позицию по поводу этой истории. Если вы не смотрели выпуск и не в курсе происходящего, то советую сначала ознакомиться с этой передачей, проверить свои навыки, а затем продолжить просмотр моего ролика и сравнить свои наблюдения с моими, если вам интересно. Ссылку на передачу я оставлю в описании. Итак, давайте начинать. Вкратце о ситуации. Виктор подозревается в убийстве своей бывшей девушки и последующем расчленении. Перед задержанием Виктора улик нет, и далее он дает признание, после чего отказывается от него, ссылаясь на то, что сотрудники, которые задержали его, пытали и вынудили дать признание. У нас имеются материалы признания Виктора Коэна и его жены, и показания после признания. Предлагаю для начала рассмотреть заявление Виктора и рассмотреть его беседу со следователем. Как я неоднократно повторяю, для того, чтобы определить искренность или неискренность человека, необходимо знать его базовую линию поведения и далее отмечать отклонение от этой линии. Таких материалов у нас нет, особенно из-за возникающих противоречий в показаниях. Но есть определенные критерии поведения человека в комфортных и дискомфортных ситуациях. И самое главное, есть критерии поведения, которые могут говорить об искренности говорящего. Если посмотреть интервью целиком, которое длится более часа, мы видим следующие сигналы, которые могут говорить об искренности его высказываний. Виктор находится в расслабленном состоянии. Мы не наблюдаем ни вербальных и вербальных сигналов стресса. Если человека принуждают говорить информацию, которая к нему не относится, и он это делает под угрозой физического и психологического насилия, то человек в любом случае будет находиться в состоянии сильного стресса, каким бы творческим он ни был. Это бы проявлялось в высокой активности тела, в частых вздохах, выдохах, покашливаниях, в сложностях формулировки мыслей, напряженности, скованности движений, закрытости, отстраненности. И мы бы видели полные или частичные признаки возбужденной вегетативно-нервной системы. Во время начала своего признания он поворачивается вентральной, то есть передней частью тела, к следователю и открывается ему, что демонстрирует его открытость и потенциальное доверие к собеседнику. Обычно в случае вынужденной беседы или чувства вины и понимания, что ждет тебя в будущем после твоих слов, подозреваемый будет сидеть в подобном положении отстраненно. Он отклонит свою вентральную часть и не будет настраивать доверительный контакт путем отзеркаливания собеседника. Он просто не будет видеть в этом смысла. Виктор обладает качествами истероидного психотипа, а у истероидов очень хорошо развито образное мышление и особенно хорошо у них получается ориентироваться в своем подсознании. Поэтому, если обратить внимание на его жесты, то он активно использует жесты-иллюстраторы. Он четко описывает ситуацию жестикуляцией. В голове у него есть определенная картинка происходящего. Он ориентируется в своем подсознании и жесты проецируют эту картину. Кидывал куски, там, ну, были такие, знаешь, вот шины же, металлический корт. Его я скидывал вот как раз в этот овражек. В случае, если бы он не переживал эту ситуацию, ему приходилось бы описывать какой-либо процесс или действие, то, вероятно, он не смог бы проиллюстрировать это невербально, и его жесты либо отсутствовали, либо были деревянными и не визуализировали его слова. Если рассматривать психолингвистику, то у него присутствует личная оценка ситуации. Он дополняет рассказ своими переживаниями, эмоциями, чувствами в достаточно детализированном варианте, чего бы не было при вымышленной истории. Лежит теплая любимая женщина. И звонит холодная, опостылевшая тварь.
четко понял, что иллюзия, она начала вот таять. И все эти 4,5 года я не мог отделаться вот от этой иллюзии. И вот эта вот досада из-за того, как она изначально со мной поговорила, как все во что вылилось, меркантильную срань вот эту. Также он дополняет свой рассказ лишними деталями, которые не относятся к преступлению, но относятся лично к нему. Познакомились мы, вот я говорю, ну, просто общались еще, а вот поехали просто на электричке. Я ну, сейчас описываю, чтобы ну, понятно было мое психоэмоциональное состояние, вот это все дерьмо, которое у меня копилось. Тогда у молодежи было модно, может быть, ты слышал, тусин плюс, сироп от кашки. А, ну, по сути, жизнь была достаточно унылая. Ну, я рос с бабушкой, как бы с пацанами не дружил, с мусульманами, с христианами, для мать сейчас, ну, сейчас она... Он строит всю историю достаточно линейно и последовательно, а не обрывистой по кусочкам. Он практически не делает долгих пауз и не повторяет одну и ту же мысль несколько раз, что говорит о том, что у него не возникает трудностей с тем, чтобы вспомнить якобы надиктованный текст или выдумать ситуацию на ходу. Он проживал все эти моменты и без труда их вспоминает. Отсутствуют всяческие противоречия в его рассказе, и история совпадает полностью с тем, какие факты и детали всплывают дальше. Если бы история была выдумана, то у него рассказ строился бы на коротком изложении фактов, достаточно формальных, относящихся непосредственно к самому процессу убийства. Помимо пакетов, какие методы воздействия к вам еще применялись? Меня душили, как я уже сказал, пакетом, да, и били ладонью по голове. Мне угрожали применением насилия, связанного, ну как сказать, полового насилия к моей жене, которая находилась также в этом здании, там, и получилось так, что ее тоже... А вы сказали репетиция, это что значит? Ну, во время пыток, да, они как бы сотрудники требовали от меня какую-то правдоподобную версию. Его речь наполнена ненормативной лексикой, происходит разрушение формальных отношений со следователем и переход на «ты». Можно, извини, на «ты» сейчас? Может, свободно говорить. Помимо того, что он хочет добиться расположения следователя, о чем я расскажу позже, это в очередной раз показывает его личную заинтересованность и вовлеченность в процесс. В дополнение к этому очень важным моментом является отсутствие формального сленга, своеобразного внутреннего кода правоохранительных органов, как это было, например, на месте преступления. Что происходило далее? Далее я, находясь уже в состоянии шока, взял тело и отнес его в ванную комнату. Расчленяя тело, складывал части несколько ведер, купленных мной за... Она разыскивала меня, мое устройство мобильное, iPhone. Когда с человеком проводится предварительная беседа, то он примерно понимает, о чем говорить, и может нахвататься специальных формулировок. Например, когда он приходит на место преступления, он строит свою фразу так, что «я находился в состоянии шока и направился в ванную». Он не говорит своими словами, он не выражает это своими чувствами и эмоциями. Что касается поведения, то в беседе он берет инициативу на себя, а не занимает пассивную позицию и следует инструкциям следователя. Ну, подожди, я знаю, я упускаю, я тебе сначала вкратце. Можешь не давить, у нас как бы, хорошо, если ты хорошо торопишься, как бы, я понимаю, но торопишься. Я отменю. Хотелось бы, есть такая возможность, но вот... Перед экзекуцией, знаешь, ну как бы, говорят, не надышишься, но не хочется излить душу. Он часто останавливает его, когда перебивают и настаивает на подробном и полном рассказе истории. Для него это исповедь. Если подвести общий вывод этого признания, то, казалось бы, зачем Виктору создавать доверие между ним и следователем? Откуда у него такой настрой рассказать так подробно историю своего преступления? Мотивация его поведения, попытки расположения и последующих его действий после признания становятся ясны к концу беседы. Говорить сейчас с тобой по-мужски просто. Ты видишь во мне искреннее желание жить? Говорит, ты хочешь сказать, чтобы я забыл здесь то, что ты мне рассказал? Ты, ради чего ты, и почему ты я должен дашь, идти на это неправильно? Ты дашь одному маленькому человеку один маленький шанс в жизни. Да, потому я, что я меня понимаю. Это, ты же знаешь, ты видишь меня, меня это поломает. Я буду твоим должником по гроб жизни. Ну, помоги мне. Это просто нереально. Я верю, что... В таком виде это нереально. Почему нет? Потому... Ты делаешь это для меня, то ты сделаешь это именно для того человека, для которого нужно это сделать.
И тебе не будет стыдно потом за меня. Вот такого дерьма, как я сотворил, больше не будет никогда. Его задача и цель — получить снисхождение от следователя. Он четко выстроил свою беседу с целью манипуляции следователем, чтобы тот защитил его и забыл всю эту историю. Он часто просит его встать на его место, на место мужчины, который оказался бы в состоянии психологического давления со стороны женщины. Он часто одобряет его и старается вызвать у него доверие и чувство собственной значимости. Он прямо выражает свой страх, что последует за тем, если его обвинят. Но вопрос, зачем это говорить человеку, которого вынудили дать признательные показания? Выводы делайте сами. Даже те критерии, которые были указаны ранее, говорят об искренности его признания, несмотря на существенные факты и доказательства его вины. Если вам и этой информации недостаточно, то можете самостоятельно изучить конкретные факты и доказательства, которые существуют по этому делу. Там вы найдете очень много моментов, о которых говорил сам Виктор на своем признании, но после решил отказаться. Автор канала Horror Story, например, собрал целую доказательную базу по этому делу. Это и покупка мясорубки, и отсутствие камер наблюдения, на которых была Галина, и многое другое. На основе всей той информации, что была представлена, какое у вас мнение по поводу этой ситуации? Виновен ли Виктор или он жертва тех, кому это нужно? Пишите ваше мнение в комментариях. Кстати, есть еще наблюдения, которые не вошли в этот выпуск. Мог ли физически и психологически Виктор совершить это убийство, пытали ли его на самом деле, почему родители верят Виктору и как обманывала всех его жена. Но не хочу перегружать вашу голову, поэтому размещу разборы этих моментов в группе проекта ВКонтакте и у себя в Инстаграме. Подписывайтесь, и я размещу в ближайшее время. Ссылки в описании. В четверг, 1 ноября, на канале ТВ3 и всех его платформах выйдет история с новым делом, которую я также разберу. Я предлагаю вам сначала посмотреть этот выпуск, попробовать свои силы, проанализировать и попытаться самостоятельно разобраться в этом деле. А потом зайти на мой канал, увидеть мои наблюдения и сравнить их со своими. Ссылки на то, где это можно посмотреть, я добавлю в описании. А если вам понравился разбор в таком формате и с такими темами, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее расследование. И самое главное, наблюдайте за людьми и не оставайтесь в дураках. Скоро увидимся.